Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Тяжелая очень в ногах. На счет три делаем квантовый скачок в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Ты в комнате диагностики. Мы на месте. Мы приветствуем Лауру, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Посмотри визуально, что это мешает. У меня в ногах, как ноги как бетоном залиты внизу. Сканер, разрежь этот бетон в ногах, выведи все эти подключки в ногах и отправляй в клетку-тюрьму. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, подключенные к этой подключке. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Еще что-то мешает? Да, на груди у нее как латы такие одеты. Сканер просканируй сердечную чакру, выведи эти латы, отключи эту подключку. Вместе со всеми чипами, датчиками, выведи из биополя. И как это выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Она выходит, с ней вместе выходит как на голове полностью, намного тоньше, чем эти латы, но она на голове стоит полностью как закрытая, как в скафандре она. Все это... вместе выходит с латами. Хорошо. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Еще что-то мешает? Пока нет, она говорит, фу, вот сейчас намного лучше дышать свободнее. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лауры под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лауры, находит все. На нее вышел демон к бетону. 11. Демон 11, хорошо. Дальше инкуб. Инкуб. Да, лизард. Лизард. Рептилоид. Два грея. Их латы. Их конструкция. Да, и конструкция. Мне интересно, как они сегодня будут в этих латах стоять? Когда я их включу на полную мощность. Читай цифру рептилоида над головой. 103. Ты военный? Он показывает. Наблюдатель? Военный, но он лаборант. Он снимает все показания. Хорошо. Конструкции. Это все устанавливали Грей, да? Да, Грей, весь технический вопрос. Это Грей. То есть они полностью поддержку делают этого. Это да. Конструкция, а рептилоид снимает показания. Сколько находится эта конструкция в биополе, Лаура? 4 года. А сколько вы находитесь в этом биополе все вместе? А, значит, репт пришел позже, 2 грея. Находится 4 года, 3 месяца. И пока они постепенно устанавливали конструкцию, да. Наращивали ее, и вот полностью вот это вот скафандр, он уже из других энергий, из других материалов был соткан, поэтому он намного тоньше. Понятно, хорошо. И прозрачнее. Какая цель этой подключки? Но они ее изолировали полностью, то есть они копировали ее действия, ее слова, они использовали для своих записей, для своих знаний. Вы манипулировали ей? Ее не слышал, не видел никто почти. То есть они показывают, как ее слова со стороны. Они такие расплывчатые ее слова. Она могла говорить несколько раз, но ее слова не доходили до других, потому что они расплывались. Не знаю, по воздействию для меня ни насколько не лучше и не хуже, чем инкуб. Именно он занимается такими же вещами. 4 года, 3 месяца. Ее энергии, то есть инкуб, он настроен на что-то, а ее вот эти мысли и слова и действия, они вся энергия тратилась на то, что они заносили это в свои записи. То есть все ее вот эти импульсы голосовые, да, и да, вибрационные какие-то, они шли в запись туда, вся энергия туда складывалась. Хорошо. Сканер, дай мне полноту души Лауры на настоящий момент. 99. Чистота и количество биоматериала. Процент биоматериала. 100%. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Лауры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии в ее биополе. Канал выстраивается также к бетону демона и латам и всей этой подключке конструкции рептилоидов и греев. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены и низковибрационные энергии, откат всех негативных программ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Лауре. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Хорошо. Я объясняю для Лауры. Лизард – это именно тот, который сидит в сердечной чакре и усиливает всплески энергии.
перепад настроения усиливает любую проблему в 10 раз, и любую радость тоже может увеличить в 10 раз, но после этого идет опять перемена настроения, и человек теряет эти энергии. 3 года. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 8 лет. И демон 11. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2 года. Чем ты объяснишь эти бетонные конструкции в ногах? Приземлил ее. Бетонными вещами, да? Да, приземлил. Объясни, на что ты пришел сначала, чтобы я понял, от чего ты кого приземлял. На крик пришел. Крик. Твоя чистота. Крик и эгоизм. Крик, эгоизм – это чистота демона. Мне тебе сказать здесь нечего. Вопрос ко всем. У кого есть контракт на пребывание в этом биополе с Лаурой? Ни у кого. Одной проблемой меньше. Ждем окончания реверса. А вот этот лизард, он таки делает движение, как будто его вырвет сейчас. Оно хочет показать, что она плакала, всхлипывала вот так, как он делает движение. Это ты помогал ей? Да, он ее, он усугублял ее вот эти эмоциональные... Хорошо. Всплески, он говорит, перепады. Важное дополнение. Хорошо, Лизард, мы передаем это Лауре, чтобы Лаура знала причины, откуда это все шло. Время закончилось. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Лаура забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем рептилоиды ГРФ. Рептилоид, посмотри, что-нибудь осталось на вашей чистоте биополе Лауры, что я еще не вытащил. Да, осталось. Где? Да плечи здесь, такие установки круглые. Сканер просканируй это место, выведи эти установки, отключи полностью со всеми сопутствующими чипами и датчиками, выведи из биополя, и как это выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Их 3. Лоб и где ключицы, плечи, как круглые такие чипы вышли. Ходит в клетку тюрьмы, выстраивая прямой канал от Лауры к этим чипам. И она реверсом отдает все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, что она от них получила. Пошел мощный поток, усилив 50 раз. Что идет, Вера? Здесь какое-то слово идет. Привычки. Привычки. Это ее манера отвечать и реагировать. Это идет от ГРФ. Это их программа. Да, они циклили ее на них, чтобы программировали. Хорошо, все понятно. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Лаура забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все родные энергии. Все, что на чистоте Лауры находится мощным потоком, пошло назад. Здесь такая энергия светлая идет к ней, возвращается в эти точки. Все украли. Это накопители. Готово. Сканер, дай мне полноту души Лауры на настоящий момент. 100%. Отлично, все вернули, начинаем с вытаскивания. Итак, рептилоид Грей, больше ничего не осталось в этом биополе. Лауры, на вашей чистоте. Это все чисто. Лизард, твоя очередь, выходи. Вытаскивай все, что я оставил. Свое гнездо вытаскивай, все свои энергии, ничего не забывай. И возвращайся назад. А у него в сердечной чакре, но она и спины касалась. Понятно. Вытащил. Идем дальше. Инкуб, выходи, твоя очередь. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью и возвращайся назад. Что ты оставил в ее биополе? Это ты тормозил ее? Возможность познакомиться с противоположным полом, с другим мужчиной? Он ее охранял. От кого? От других? Да. Хорошо. И то, он... как он нападал на них. Хотел с ней познакомиться, он нападал да, на них. Да, а как... но нападал он в качестве... То есть она нападала на них. Крики, через нее... злость, раздражение, да. Он через делал нее ее раздражительной. Несговорчивой, раздражительной и противной. Ну, это можно сказать неадекватной в таком случае. Он накидку... Как люди видели Лауру со стороны? У нее есть накидка? Нет, у нее нет накидки. У нее как трусы. Трусы, понятно. Защищающие. Угу, хорошо. И как ее видели мужчины, кроме того, что она нападает на них со стороны, как они, какое она впечатление производила на них? Сперва приятное, а потом она начинала раздражаться. И тогда включался уже инкуб. Ну что ж, 8 лет, у тебя хорошо получалось. Он все снял, Вера? Да, все снял. Демон, твоя очередь, выходи, отключайся полностью. И скажи мне, демон, есть ли лярвы в биополе Лауры? Да, у нее на сердце как пустота. Там, где Лизард сидел? Да. Ты хочешь получить эту лярву? Хочет. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте, доложи на месте, когда все снимешь, и я дам тебе отдельную команду. У него на руках остались веревки, он их снял. Хорошо, разрешаю тебе
снять все лярвы, которые находятся в биополе Лавры. А когда ему было скучно, он дергал за эти веревки и говорил, что так скучно. И что было? Скандала давно не было. Скандал. Ты посмотри. И здесь скандал. И инкуб со скандалами приходит. Какая сложная команда. А рептилоиды Грей перекрыли ее полностью. Своей конструкции Ализард усилился во в несколько раз. Что бы ни происходило. Ну, просто слаженная команда. Все забрал. Итак, он все забрал. Он вернулся назад. Даю команду на рассинхронизацию Лауры с демоном, его питоном, инкубом, лизардом, рептилоидом двумя греями и их конструкцией. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она говорит, фу, как они мне надоели. Верю. Готово. Включаю внутренний белый свет Лауре. И этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкоаббрационное чужеродное остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Окей, шар. Открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. 1, 2, 3. Удар отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, и все каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, проверку прошли. Следующий мой вопрос. Кто из вас присутствует в комнате, где живет Лаура? Мы ее чистим сегодня. У Греев. Платы. Недавно есть плата. Да. Еще кто? Все. Ну что ж, тогда буду отпускать. Под бетоном демона открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готов демон уходить? Готов. Больше не приходи в это биополе. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. И он уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готов. Инкуб, ты тоже больше не приходишь в это биополе. Тебе это понятно? Инкубу понятно. Инкубу хорошо должно быть понятно, потому что при проверке, если я буду проверять, я не буду таким милым с вами. Открывается внизу портал. Подожди. Стоп. Инкуб показывает, у нее в комнате есть какая-то картина, небольшая, красным цветом. Он ее видит. Это портал? Или это картина такая? Это картина, и она нравится инкубу. Лаура, энергия вашей этой картины нравится инкубу. Лаура, мы рекомендуем вам эту картину убрать из вашей комнаты. И не в соседнюю. Она на тумбочке стоит. Да, уберите эту картину, она вам не нужна, вы уже поняли. Хорошо, инкуб. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Лизард, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь рептилоид 103, но работает как лаборант. Два Грея 4 года сидели с конструкцией в биополе. Грей на 3 месяца больше. Установили конструкции, установили чипы, датчики. В общем, посмотри, пожалуйста, сама. Все находится в клетке. Вот так. Мы заберем их и мы заберем конструкцию. Хорошо. Чипы можете уничтожить. Под чипами открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Они там еще оставили в комнате свои платы, мы их тоже уберем сами. Хорошо. Всех забрали. Отлично. Клетка пустая, Вера. Да. Выходит эмоциональный фантом Лауры, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоаббрационные эмоциональные энергии, ревности и агрессии. Все это низкоаббрационное, ей же сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но фантом вышел, он грустный, задерганный, серые цвета. И хорошо. Присутствуют эмоции, эмоциональные. Лаура, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Она устала от них, готова. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. 1, 2, 3. Хорошо, Лаура, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Только при поднятии эмоций мое состояние изменилось. До этого была какая-то сожаление и плаксивость. А сейчас я чувствую радость внутри меня. И это дало мне понятие, что я должна менять свои эмоции сама на радость и счастье внутри себя. Уважение и любовь к себе. Благодарю. Абсолютно верно. Наш администратор после сеанса перешлет вам наши рекомендации. Выдавливайте каждый день негатив из себя, как мы показали в этом сеансе.
заправляйте себя энергиями и поднимайте вибрации до этого уровня, который мы указали в этом сеансе, и после этого гармонизируйте, синхронизируйте, гармонизируйте эти энергии в вашем биополе. Вы всегда будете чистая и наполненная энергией. Также активируйте Меркабу в своем биополе для защиты. Сейчас мы возвращаем вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей комнаты.